Представляю бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 30 лет. Рост 167 сантиметров, вес 56,75 килограмма. Его профессиональный рекорд 8 побед при 2 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 30 years old. Standing 167 centimeters tall, weighing at 56.75 kilos. His professional record 8 victories and 2 defeats. Ladies and gentlemen, representing Core Amazonas Brazil, introducing Juan Hunter Pereira. Его соперник в красном углу. His opponent fighting out of the red corner. Бойцу 21 год. Его рост 172 сантиметра, вес 57,1 килограмма. Профессиональный рекорд 7 побед, ни единого поражения. Ladies and gentlemen, he's 21 years old, standing 172 centimeters tall, official weight 57.1 kilograms. His professional record 7 victories and no losses. Дамы и господа, из Бишкека, Кыргызстан, не знающий поражений, the undefeated, he is Тайчубек Узу Данияр. Реферит Дмитрий Фалуевич. Итак, наилегчайшая весовая категория. Данияр Тайчубек Уулу против Руана Перейры. Готов. Дмитрий Валуевич дает отмашку. Итак, смотрим и не моргаем. Два очень нестандартных, креативных бойца сейчас в клетке. Ну, Тайчубек очень заряженно выглядит. Разменивается ударами. И все это на очень приличной скорости. И джеб от Перейры. Ищет в челноке свое расстояние. Данияр и... Хотел тут же зайти в борьбу, но поднимается бразилец. Конечно, высококлассный спортсмен Данияр Тайчубек. И скорость очень высокая работы. И очень молодой. 21 год всего лишь этому парню. Правый прямой от Данияра. Да, именно так здорово контрит и отвечает на самом деле бразилец. Не собирается он просто так отпускать этот поединок. Еще один джеб от Данияра. Силовым он получился. Здесь мимо. И с той, с другой стороны. Руан Перейра занял выжидательную позицию. Пока без точных попаданий. И мы видим, что есть определенное кровотечение из носа. Вот Тайчубека. Интересно, будут ли проблемы с дыханием. Там и, в общем-то, попали по бразильцу. Конечно, не такое кровотечение. Здесь размен. Нога поехала. Да, едва-едва равновесие не потерял Руан Перейра. Навстречу. Отлично. Поймал на движение. И действительно сумел Тайчубек плотно донести удар до цели. И еще один удар. А вот здесь точно достал Данияр, и это было крепкое попадание. Активно качает корпусом. Хай-кик. Чуть-чуть не достал. Буквально пара сантиметров не хватило. Здесь же лоу-кик по внутренней стороне бедра. Здорово. Разбивает и перебивает Тайчубек соперника. Хай-кик. Достал. Вот при таком течении поединка, скорее всего, не увидим мы все 15 минут боя. Но пока Руан выдерживает все эти попадания. Интересно, пойдет ли в борьбу. Еще один удар был у Тайчубека, но он никуда не торопится. Действует максимально хладнокровно. Вот эти правые боковые чуть на отходе у Перейры действительно опасные. Здорово Руан Перейра за счет своего передвижения вышел из-под давления. Чуть больше 2 минут. Но застаивается. И застаивается, и делает это абсолютно неправильно, потому что тут же по корпусу Данияр пробивает, догоняет еще, в общем-то, хорошим мидл-киком и опять навстречу.
как только перестает перемещаться Уран Перейра, сразу же получает удар. Да, причем Тайчубек выбрал такую тактику, что много и активно работает левой ногой, меняя уровни, и затем пробивает правые прямые. При этом не так много финтов, но опять же, часть из этих ударов проходит. Неплохо. И тут же назад. Полторы минуты уже меньше. Еще раз отметим, что вот при всей ударной базе Тайчубека все-таки много поединков с его участием дошло до решения. Здесь кажется, да, настрой у Деньера очень серьезный. Точно, абсолютно. Сам себе доказывает, я думаю, болельщикам, тем, кто еще не успел его полюбить, в том числе. Ну и опять же, чтобы получить громкие бои в Лиге ИСЕА, необходимо не просто побеждать, а делать это ярко и красиво. Да, пробатывает раз за разом внутреннюю часть бедра левой ноги у бразильца Деньер Тайчубек. Это расстроился Руан Перейро, у него практически ничего не получается. Пара боковых за весь раунд, но, конечно, с точки зрения и выброшенных, и точных ударов, там сильно впереди Деньер. Да, стал чувствовать, доминировать именно психологически в клетке. По-прежнему не перемещается Руан и получает по корпусу. Да, проверил там печень Деньер Тайчубек. Что ж, первый раунд заканчивается. Пока все в порядке для бойца из Киргизии. Да, определенные повреждения, безусловно, есть на лице у Руана Перейры. Первый раунд он проиграл. Интересно, что будет во втором. Таковина, что работает прагматично, хладнокровно, аккуратно. И делает свою работу на хорошей скорости. Сразу же джеб. Вот Деньяра уже на старте. Вот такие финты от Руана. Да, ну так, наверное, просто не смутить Деньера. Он очень здорово фехтует передней рукой. Набрасывает, и за этим джебом сразу будет следовать комбинация из еще, я думаю, второго удара правой. Что, собственно говоря, и происходит. Опять в деле передняя рука у Тайчубека. Хороший джеб. Справа зацепить пока не удается. Неплохо при этом и атаки в разрез тоже выцеливает Деньер. Чем ответит бразилец? Ну, по сути, бразильцу можно поиграть в ту же самую игру на скорости, попытаться перестрелять, легко поработать. А как это делать, если ты в этой самой скорости сопернику уступаешь? Удар по корпусу был. Хороший вопрос. Через руку атака не прошла. Где же левая нога Деньера? Возможно, он сейчас взял небольшую паузу и хочет прикормить соперника. Все на руках. Право-лево на маятнике и хороший калфкик туда под икроножную мышцу. Тут же по корпусу действительно замедляется Руан Перейра. Вот такие финты и боковой заходит. Растет преимущество, безусловно, бразильца. Хотя вот с правой достал Руан. И еще один удар уже туда, в область затылка. Два неплохих попадания от Перейры. В этом и сложен, наверное, тот самый бразилец, потому что он может пропускать, но при этом очень хорошо вложиться. Неплохая комбинация. С корпуса на голову хотела переложить Деньер Тайчубек. По корпусу попало, а вот в голову не удалось.
3 минуты уже меньше. Неплохо. Со стороны кажется, что Тычебек, вот, что на первой минуте первого раунда, что сейчас работает на одних и тех же оборотах. Да, очень-очень здорово двигается, постоянно дергает вот так, перенося центр тяжести на переднюю ногу. И здесь здорово поймал на движении Руана. И уже не в первый раз. Но тактику Руан не... Досрочная победа во втором раунде. Отличное выступление. 8-0 у этого парня. Ярчайший проспект из Киргизии. Смотрим еще раз. Через руку. Точно в челюсть. И дальше уже парочка хаммерфистов. Ну что ж, набирает обороты у нас турнир AC 167 в Уфе. Сначала бой дошел до решения и затем два досрочных финиша. Честно говоря, у Руана Перейры сегодня вообще мало что получалось. Так, приглашаются бойцы на середину. Слушаем Александра Загорского. Дамы и господа, время остановки поединка 2 минуты и 33 секунды второго раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 2 minutes and 33 seconds of round number 2. Техническим нокаутом одержал победу и остается не знающим поражений. Your winner by technical knockout and the still undefeated Тычебек Уфу Данияр. Данияр. Друзья, пошумите для этого кыргызского воина! Ни одного поражения, еще одна досрочная победа. Как ты, насколько ты доволен своим выступлением? В первую очередь хочу сказать, альхамдулиллях, альхамдулиллях, сегодня Всевышний дал мне победу, хороший такой же. У меня этот, на моем карьере уже второй раз досрочной победы. Я очень рад. И еще этот ВСЕ, таком же хорошая лига. Я, в общем, вообще сегодняшнего турнира очень рад. Ты произвел очень большое впечатление на публику, на лигу. Но вопрос тогда такой, кто может тебя остановить в этом дивизионе, есть ли какое-то имя? Нет, я здесь не могу назвать никому. Пусть лига дадут, я с ним подерюсь, иншаллах. Тогда ждем твоего скорейшего возвращения. Ваши аплодисменты, Данияр Тычебек Улу!